Кумбэк, кумбэк, кумбэк. Грязные стрим-снайперы. Сосать, сосать, сосать. Сосать, сосать. Сосать, сосать, сосать. Ладно, хамовник, ты меня просил позаниматься наркоманией, я ей займусь. Не, пацаны, я влез, я тестирую сейчас героя. Блин, я проиграю, скорее всего, хамовник, вот честно. Даже на этом рейте, на лесной луне, я не выиграю. Но я возьму, ладно, не вопрос. Меня ждут пацаки, они на тачках. Будем гоняты. Лесная луна, пиздец. Что мне делать на ней? Как на ней в лесу стоять? А как мне фармить? Меня ж крипы отпиздят. А нахуй ты взял лесную луну? Я тестирую новый билд. Я смотрел стрим Дэнди, он играл на лесной луне. Я теперь тестирую. А ты ютубер? Кто? Да, он твичмен. Твичмен. Это я знаю. Какой-то голос знакомый с ютубером. Это стрей, блин. У нас, кстати, куры нет, пацаны. Кто первый умрет, тот берет куры. А чё, вообще, да? Идеальные крипы для меня. Сатиры, огры. Если тут кентавры, волки, мне пизда, пацаны. Я ливаю. Хоть где-то повезло. Спасибо за луну. Да не за Даня, что, брат. Фантомка норм на прессене. Но есть но. Должны быть сильные линии, обязательно Магнус. Если есть Магнус, то у всех ебалы она отлетит. Лиса... Нет, с Магнусом да, но с Магнуса фантомку обычно не отдают, а если отдают, то проигрывают. Суть не в этом. Она не норм на просцене. Я сейчас доиграю трек, я объясню почему. Ну как бы нет, вот ситуативно она норм. Но вот то, что увидел я на мажоре, я видел большинство игр, фантомка она проигрывала. Причем проигрывала вообще в нулину. Просто фантомка была супер хороша в 7.20. Вот там, да, она была в начале игры супер полезна. Сейчас все немножко поменялось. Блять, ну и как мне фармить дальше? У меня маски нету. Придется собак гонять. А, они еще кусают, ебать. Ну да, лесная луна, это, конечно, вообще заебись. Давай, сожри меня. Ой, сука, оно еще стакнулось. Да ебаный врит. Алло, где курица? Да, блять, на базе лежит, хуй ты орешь, блядь. Сходи, открой ее. Сходи, блядь, открой. Мы играем, что еще никто не умер. Что ты взял? Я купил ее, блядь. Сходи, ты открой. Ты сходи, открой. Блядь, эти меня убьют сейчас вообще. Ох, нихуя себе по 20 бьет. Привидение хреново. Пил, тот открывает. Да нет! Стрей, сходи, открой. Да, пацаны, ща открою, блядь. Заебись, лесная луна. 5-я минута, 3-й левел. Я могу себе маску принести, блядь? Я курицу распечатал, сдох специально, чтобы распечатать ее. Я же специально умер, смотри. Что ты пиздежом попахивает? Да я говорю тебе, блин, я так все просчитал. Смотрю, пацаны страдают на линиях. Думаю, дай сдохнуть. Ёбаный дом культуры, брат, сука, ты можешь уебать мимо после стан. Этих еб... Можешь попасть хоть раз в тело? Ты, пидорас, ебать, ты сначала, блядь, стан прокачай, потом я начну, блядь, осуждаю. С тела попадать. Что ты можешь ебать делать, сука, когда она ко мне бежит? Шмырь, ёбаный, что ты можешь ебать делать? Будь убивать тебя, да? Будь тебя убивать, пожалуйста, сука, пидор. А, пацаны, да, пришли? Впрягаются, лянь, за своих. Пошли нахуй отсюда. Лянь, скелета вы. Да идите нахуй, блядь, в свою берлогу, уроды. Сука, животные, нахуй вы стак своих соседей блочите, блядь. Тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Бай. Подожди, подожди, подожди. Секунду, брат, стой, у меня ТП нет. Это как мы победу, да? Все, я клип. Сука, спалил. Блять, ну он понял, что я клип. Но я его развел на скиллы, давайте, блядь. Счет видел? 12-1. Ну да, так я лесная луна, блядь. Я сразу сказал, что нам пизда. Все честно. 13-1, это еще не конец. Если ты не заметил, что ты, сука, нытик, ебать, это хуйло. Да, ты... Давайте ныть, пацаны, расслабьте. Стан качал, бог тебя, сука, блядь, рассудит. Слава богу, ты хоть, сука, стан, блядь, качал, пизду, блядь. Побольше, блядь, в чат что-то пиши, долбоёб. Да тихо, пацаны, да успокойтесь, это всего лишь игра. Мы сейчас еще камбэкнем на хайграунде, я вам серьезно говорю. Они выигрывают. Что ты там пиздишь, ебать? За что ты, ебать, сравнялся с моим счетом, пидор? Поверь, ебать, скоро сравнишься. Что ты долбоёбы, блядь, с момами, блядь, запты. Да я нечто, блядь. Пацаны, а что вы такие злые вообще? Стоять против темпларки на лайне, которая покупает изоли, купить себе мом, блядь, это настолько надо быть имбецилом, блядь. А кто мом все-таки? А, ДК с момом, ну да, это, кстати, уже диагноз. ДК с момом, это диагноз.
Просто у героя урона нету. От того, что ты будешь бить быстрее, ничего не поменяется. Когда ты бьешь по 70, или сколько у него там урона? Тем более против Урсы. И опять же, против Темпларка из Дизоли. Ну да, конечно, забирай всех, брат. Забирай всех, тебе же так нужны деньги. Купишь сейчас себе в Райсбэнд нахуй, наебало, нацепишь и ебашить начнешь сразу. Ебать сейчас Сультану охуеешь, брат. Дай. Ладно, не надо. Ты шо, там санстрайки под коги, там какие-то задры давят. Как-то интереса мало пока. На нахуй. Охуеете сейчас, на нахуй, блядь. Ах, вы суки, еще всех застилили. Это камбэк, пацаны. Разультовался, блин. Они все застилили. Блять, кажется, сам себя, блядь. Давай, давай, давай. Да, маску наебал, оцепляй, хорошо. Урса уже ко мне полетел, сто пудов. Высоси ногу мою, вонючка. Це мені їх розхуйорили, блядь. Пізди видали і вони попиздували до тебе. Попиздували, хорош, хорош. Сука. Ну що, враги вже, вони якби поплили, вони вже не розуміють, що... Снайпер, ти головне не підставляйся, стой ззаді і все, і стріляй. Все буде чітко у нас в житті. Урса йде, пацани. Вот она, убить. Все, все. Давай, наваливай дуру эту. Начинается камбэк, 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 камбэк. О, ворди де надо поставили, охренеть. А вы так умеете? А ты откуда, брат? Украина. Да ладно, не пизди. Украина. Думаю, это все и так поняли, откуда ты именно. В Киевской области. Драться будем, не? Вот тут на шрайне, смотри. Да, 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 я же иду. Зарим пизда будет. Ярик, бля. Пизда, пизда. Я не хочу сотку, хочу просто фраг. Мне долбоёб на копию. Ты еще скажи, что ты это выиграешь? Нет. Ну ничего, месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Я не думаю, что это выиграло. Ребят, отойти надо. Ебать, она душит, сука! Улетай, стой, брат, улетай. Недавно занимался улетай, сексом лети, с девушкой. Лети нахуй. Сегодня звонит, на базу. Говорит, что беременна. Кто там нахуй хилит? Давайте снайпера подожди. Пацаны, надо ебашить, а не ждать, блять. Только не надо загоняться туда. То есть мы от дефа играем. ФР, ФР, ХТ, 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 Плюс 100 нахуй. У нас выебли у нас. Ничего, нет, ДК выебли, это не считается, это нормально. Главное, снайпер так жив. Там и второго и Феникс жив, и все, все нормально. Погнали, пацаны, дефаем, все нам. Так, Темпларка на низ идет. Беги, снайпер. Беги, брат. Ебать, а вы видели, а что это было? Что это за ренжа сейчас была? Я не знаю, что это за ренжа было. Надо Урсу убить. Почему ты меня башишь, блядь? Ты что, дурак, я не пойму. Жирный Мэддисон. Жирный Мэддисон. Обзорщик игр. Тупой хер. Сука, это наша база, не бей ее. Жирный Мэддисон. Тупой хер. Миллионер. Я собака, ты собака, 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 я собака. Нашел. Спасибо, собачник, за донат. Плюс 100 нахуй. О, враги уже сдаются, пацаны. Все хорошо, значит, мы все делаем правильно. Все, Урса закончился. Он, походу, это... Грязные стрим-снайперы. Сосать, сосать, сосать. Сосать, сосать. Сосать, сосать, сосать. Пацаны, у меня ботинок есть. Сейчас просто затащим. Хорош, пацаны, мы уже близки к победе. Пацаны, ну... Блядь. Сори, пацаны. Там Аегу, Аегу никто не взял, кстати, еще. Аегу еще никто не взял. Там кто-то сидит на Урсе, пиздил Рошана, и сейчас бежит за Егисом, это 100%. Но если Урса убил Рошана, то почему он не взял Егис? Ну, Аега, да, должна ли... Нет. Там лежит Аега, вас байтят. Вон, бери. Хорош.
Только не умирайте там, пацаны. Это не значит, что сейчас надо сдохнуть, Феникс. Я хуй знает, сделай что-нибудь. У тебя бэйбэк есть, брат? Ребят, сейвить надо. Дед, живи. Все, посыпались. Все. Вот гг. Этого. Гг. Вот этого. Да не ГГ. Я развел. Хорошо. Все нормально, не посыпались. Все ок. Ёбнутый, я вам сейчас ебало разобью нахуй каждому, блять, по два раза. Там урса идет. Мне сейчас. Вон, давай урсу, раскайтем. Вот она, давайте ей. Замедло какое-нибудь. Давай, патрон, похуй. Блядь, бежит, ебать, ты шо? Давай, блядь. Да, блядь, по фокусе меня со скади. Топ отдефать и в трон можно идти. Кто-то топ дефните. Ты вы что, блядь, отстреливать меня еще будете, суки? Хамло. Пацаны, я на подходе уже, почти. Лайфхак. Подъехав. Все нормально, не сломают твое яйцо. Идем дальше. Я ждал там такого. Уходить надо, вот сейчас бэк. Бэк, пацаны, все, рассосались на базу. Ну, я так полагаю, хекс есть. Кого хекс? ДК, ты заебал базу, ты заебал нашу базу ломать. Ты понимаешь, что ты ее ломаешь больше, чем враги, нахуй? Я могу только базу ломать, что мне еще делать? Ебало себя сломай. Стан. Давай, блядь. Ой, бля! Вижу на нету. Вы должны были кого-то убить. Сзади клок. Убейте, спасите слайд. Ну, Инча, ты куда убегаешь? Ты фуловый, блядь. Куда ты убегаешь на Инче? Все, погнали по миду. Огорчение. Ебать, он долбоёт, наверное. Он сейчас будет торнадо откидывать. О, хорош. Вот и все. Ломаем. Все, вот сейчас веселуха начинается. За мной, главное, стойте. Снайпер бьет, остальные все сзади стойте. Да, у меня это хорошая идея, конечно. Что там ебало, девочка. Или не... Только у меня одного оставили. Ну, я высосили меня, наверное. Все, уйдите нормально, сидим, отдыхаем. Гоу пиздиться вот тут, это нормально. А, я сбил строй. Все, ебучие да. ЕМП. Ебаш, станы там хуяны. Прогнал. Сзади девка. Я его прогнал. Девка грязная сзади, блядь. Давайте ее накуканим. Даст ты что-нибудь. Да есть, все пресси. Хорошо. Сова. Все, по миду в трон. Там инвокер один, у них боевика нету. Рядом не стоим под торнадо, вот эту всю хуйню. Все, и трон ломать. Сатаника врубил, видали? Инвокера убив. Спасибо за игру. Пацаны, лайк. Ну что, хромовник, легчайшая на луне. Легчайшая на луне, я бы сказал. Просто, блядь, лесная, ебаная урса, хотел сказать. Лесная луна, ебать, нормально. Мы сосали всю игру, причем мы сосали вообще настолько крепко, что крепче представить невозможно, мне кажется. 30 тысяч, пацаны. Я не знаю, как мы это выиграли, каким чудом. Опять же, при том, что у нас еще Соломид ДК, который продал все шмотки и накупил вардов и начал их ставить. Я не знаю, это реально чудо какое-то. Сколько урона я дал? 50. Я не так уж много дал даже. Блин, лукасы надо всем поставить в этой игре, потому что неважно, там ДК, не ДК, тут можно всем лайки дать. Да, я дал лайки.